Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сейчас уже заканчиваются почти сутки 11 сентября 2020 года. Разбираю свою почту, мне пишут много. И вот такое интересное письмо, шаблон документа от Галины Кузнецовой я хочу вам зачитать. Я не все успеваю сама обрабатывать, но вот этот документ мне показался интересным, потому что у меня у самой сохранилась сберкнижка советская. Ну, там немного денег, но вот я почему-то не выбросила, хотя ведь была молодая, могла и выкинуть. Почему-то вот что-то меня рука остановила сохранить ее. Вот здесь сберкнижка СССР, приватизация, кто опекун. Я вам прочитаю шаблон. Я предлагаю, вот мне многие говорят, что где скачать, где почитать, потому что не успевают фильм смотреть. Поставьте на паузу и записывайте. Вообще рекомендую по таким шаблонным документам завести большую общую тетрадь и интересную информацию, которая вам встречается, записывать. Знаете почему? Потому что, во-первых, через руку рука соединяется с мозгом и идет лучшее запоминание, чем просто вы где-то какую-то ссылку сохраните, вы не будете помнить, где эти ссылки, они теряются, они куда-то в папках пропадают, информация уходит. Когда у вас будет тетрадка под рукой, ее всегда можно перелистать и освежить память. Я сама так делаю. Это очень хорошо помогает, и это развивает, между прочим, память. Она улучшается таким образом. Ну и теперь, собственно говоря, шаблон по сберкнижке. От человека и гражданина, гражданки СССР. Здесь пишется как ИОВ, ИИ Ивановы. Ну, для примера, ИОВ. Собственника физического лица, персоны Ивановой ИИ, уже ФИО. Собственника своих персональных данных физического лица, персоны, тоже ФИО. Адрес. Председатель управления ПАО «Сбербанк России» Грефу Герману Оскаровичу. Адрес дается. Кстати, я не поняла, вот вроде бы что-то там купили у Грефа, но похоже, ВОЗ и ныне там. Какие-то деньги из одного кармана в другой переложили, народу сообщили, что покупают Сбербанк. А Греф у нас все равно продолжает оставаться главным, главнюком в этом Сбербанке. Заявление, требования. Может быть, волеизъявление здесь надо написать. Многие советуют, что надо писать не заявление, а волеизъявление. Потому что заявление – это как бы заявлю. А волеизъявление – это изъяви, то есть здесь и сейчас. Может быть, форма волеизъявления требования. Число. Я, Иванова ИИ, девичестве, год рождения, место рождения, СССР, свидетельство о рождении выдано тогда-то, паспорт СССР такой-то. Может быть, у кого-то сохранился паспорт или паспортные данные СССР. Также я являюсь владельцем и бенефициаром всех своих счетов по рождению, открытых на мое имя на территории страны по сегодняшний день. Также я никогда законным образом не была ограничена в дееспособности и заявляю или волеизъявляю категорически, что представители, опекуны, попечители, доверенные лица мне не нужны. Я никогда ни с кем не заключала договоров о передаче в управлении своими счетами и книжками, в том числе сберегательной, приватизационной и прочими активами. Я отвечала и отвечаю за свои поступки самостоятельно. До настоящего времени я не могу получить доступ к своей приватизационной сберегательной книжке, которая должна была быть выдана мне Сбербанком на основании закона РСФСР от 3.07.1991 года, номер 1529-1, хотя я никогда не покидала территорию РСФСР СССР. Я подозреваю, что кто-то украл мои персональные данные, сделал их обработку, заполнил формы бланков в пользу третьих лиц или оформил их на себя, заключил договор с банком без законных прав и разрешений, обозвав себя моим представителем, опекуном или попечителем или доверенным лицом без законных прав и разрешений и пользуется моей приватизационной сберегательной книжкой в свою пользу по своему усмотрению, а я остаюсь ни с чем. По закону приватизационные книжки должны выдаваться всем, в том числе новорожденным. Все 28 лет существования Российской Федерации в России ежегодно происходит приватизация государственного и муниципального имущества.
На основании действующего закона Российской Федерации от 03.07.1991 номер 1531-1 редакция от 17.03.1997 кавычки о приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации кавычки закрываются. Правительство РФ ежегодно перечисляет советским гражданам на сберегательную приватизационную книжку деньги для приватизации объектов народного хозяйства и другого имущества. На эти деньги граждане могут приобретать приватизируемые государственные и муниципальные предприятия. 28 лет и до сих пор приватизация в Российской Федерации идет. Так, по распоряжению правительства РФ от 08 февраля 2017 года номер 227 об утверждении прогнозного плана программы приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017-2019 год. Вновь происходит ежегодная приватизация большого количества различных предприятий общенародной собственности, рассчитанная на 3 года. 477 АО, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1041 объект и новое имущество государственной казны Российской Федерации, то есть около 2000 предприятий. В связи с изложенным требую: первое, выдать мне мою приватизационную сберегательную книжку с перечисленными правительством средствами для приватизации объектов народного хозяйства и другие имущества за все годы приватизации с 1991 года по настоящее время. У нас на данный момент 2020 год. Второе. У вас, очевидно, имеются данные, в скобках договор, о моем представителе, запятая, опекуне или попечителе, действующем от моего имени, без законных прав и разрешений в отношении моих счетов, вкладов, так как я на сегодняшний день не имею доступа к своей приватизационной сберегательной книжке в Сбербанке РФ. Передать сведения о представителе, опекуне или попечителе в отношении моих счетов, вкладов и других активов мне, хозяйке своих счетов и вкладов. Третье. Ответить на вопрос, кто от имени владельца счета составил договор с банком в пользу третьих лиц на получение моих вкладов. Четвертое. Запрещаю собирать, хранить, обрабатывать и передавать мои персональные данные в пользу третьих лиц. Пятое. Требую отключить безакцептное списание денежных средств с моего приватизационного счета без моего письменного распоряжения. ИОФ, число, месяц, год. Очень интересное заявление, вернее, волеизъявление. Только я полагаю, что вот в этой части не надо писать, потому что, оказывается, с левой стороны расписываются рабы. Это у них там по римскому, по морскому праву. Предполагаю, что писать надо в этой части, потому что здесь у них расписывается патриция. Значит, я так думаю, что нам тоже надо здесь именно в этой части писать, потому что они сразу смекнут. То есть они настолько хитрые, ну, это же не человеческий разум, мы понимаем. Но приходится на их тоже и точки давить и играть по их правилам, пока по их правилам, пока вот так вот. Мне кажется, это очень интересный документ. Его стоит изучить внимательно, прочувствовать. И если, скажем так, внутри вот. Внутри откликнулось что-то, то сделать это, соответственно, на сегодняшний день, на 2020 год, потому что это вот писалось на 2019 год, то есть год назад, на сегодняшний день. Плюс еще, насколько я поняла по картам пенсионным, то сейчас уже туда подключился ВТБ-банк. Здесь еще надо разобраться, может быть, и в Сбербанк такое волеизъявление написать, и в ВТБ-банк, потому что конкретно пенсионерами теперь уже там заправляет ВТБ. Они как-то, видимо, передали эти либо полномочия, может быть, часть акций вот этим опекунам, либо они, может быть, разделились, я пока не знаю.
Может быть, кто-то знает, может быть, кто-то уточнит, но в любом случае началось все с Сбербанка. Так что наши приватизационные книжки должны находиться, по большому счету, в Сбербанке. Вот такой шаблон. Надеюсь, он вам будет полезен. Делитесь этим видео, подписывайтесь на мои каналы. С вами была Галина Кунышева. Всех вам благ!